Зачем вы сюда пришли? Ну, по настоятельной просьбе нескольких моих близких друзей, вот, по слушанию им. Ну, как мне сказали, это хороший способ донести сам стиль жизни современного православного активного молодого человека вот, до людей вокруг. Привет, привет. Москва, не Садок! Пошел отсюда, вон! Спасибо большое, что пришли, нам важно ваше мнение. Господь исцелит вас! Господь исцелит вас от садомии! Придете к Иисусу Христу, спасетесь, он расскажет как. А если у каждого сердце есть, а если не покаетесь, то вешаю смерть.